лупа. Да. Вовка, похоже, за что-то лупанул. Может быть. Возьмем на всякий случай сачочек. Очень далеко взял. Далеко взяла рыбка. Ну, он может под лодкой начать придавливать. Он, знаешь, он идет, а потом под лодкой начинает давить. Тащи, подматывай. Давай, вытягивай. Нет, просто спортивный. Нормально. Да нет, стоим. Я очень близкий, он сделал. Уа! Слушай, как он аккуратно берет? Не один повис. Ну вот я не просек, и он так придавил чуть-чуть. Вадик, говоришь. Слушай, а ты уверен, что он с центра ловит? Я не знаю, откуда он ловит. Он может поперек кидать. Он там как-то становится возле какой-то банки и ее выбрасывает. Надо бы местечко тоже там промониторить. Есть. Дергает. Мало я. Впереди по курсу сидит Влад. Одну рыбу я видел, что он убил. Делал движение как молотком. Слушай, Вова. Тяжко. А я говорю. 39. А я говорю, она говорит. Слушай, ты смотри. Палку заламывает. Он к земле прибыл. Опа. Да, ничего. Жирный, да. Давай. Около. Около-покола. Дошел. Сошел с решен, сделал по трюка. Все перепутал. Сикала. Сикала-покала-каткала. Ой. И вот таких судаков жирненьких, вкусненьких. Померить. Вот померить. Да что там мерить? А ты померь. Да ну где это? Да померить. Распахни. С тобой без рыбы вообще. Давай. Распахни. Давай. Помогай. Ложи. Упс. Замерял его. 40. 40. Даже больше. 41, может. Говнюк. Говно. Нева. Овно. Нева. Овно. Эти поют. Ну да. Камеди класс. Ну, про футболист. Не. Ну я песню так хорошо не помню, он говорит, что значит, как они, ну, те же огорки, а он типа защищает. А ты сможешь вот, выйди на поле, как они. И как наши футболисты, как они. И как они. Ай, зараза. Это было для восторга. А ё, сидит, а я, слушай, я его подсёк, мне показалось, что он сошел, слышишь? Я продолжаю делать проводку, а он дергается там. Ага. Мальчик, а ты выйди на поле, как они. И как они. А это видел? Этот Публика, самый. Конечно, восторг. Да. А когда... О, молодец. Мне тоже повезло. Вот так мы и ловим целый день. Уже пол лодки было, а нельзя. Алкоголь. Опа! Ух!
Чекушка? Да. Так, почему чекушка? Ну, Джеймс Бонд тоже не сразу был 0,7. Сначала он был 0,5. Джеймс Бонд сразу не был 0,7. 0,7 сразу. Ты смотри, смотри, смотри. Какой веселый дядька. Сначала он был 0,5. С ненациональным агентом работаю. А как у тебя позывной? Говорит, чекушка. Ну, это говорит, пока начинающий, говорит. Джеймс Бонд тоже не был сразу 0,7. Он был 0,5. Понял. Не Игореха, нет? Не Игореха? Нет, это не его лодка. Сейчас попробую просто волочь. То есть ничего не делаю, просто тупо волоку. Смотрим внимательно на кончик. Опа. Не надо. Да, Гитлер. Привет. Как капут? Гитлер жив? Гитлер жил, Гитлер будет жить. Мелочь. Ну, можете прямо в лодку, в принципе, встать. Мелочь, есть много. Есть ни одного зачета. Да. 42, 43. 35 я добавлю. Опа. О-о-о. Вова. Что Вова? А вдруг? А вдруг не повезло? Я держу жизнь. Если вдруг оказался. Костя, что-то ты немного не отдохнул. Да. Не повезло. Блин. Вдруг. Ой! Ах ты, ёпки, твою. Вдруг. Ах ты, ёпки, твою. Спиннинг легендарный. И у Вовки, слушай, почти зачет. Давай. Смотря куда бросать будешь. Нет, в середине нормально. Да. Вова, где мой пинцет? Откуда его я знаю? Я тебе давал его. Ну вот, уже 41. А мой? Не давал. Давал, а вот он. Не давала. И закровил весь. У меня ну, нет. Что делать? У меня ну, нет. Что делать? Где? Кто? Что ты делаешь? Кто? Мясник. А что я могу сделать? Рыбу выкинь. Тряпочку надо. А? Давайте сюда. Ну в центре становитесь, если сможете. Да. Вовик, где рулетка? Блин. А да вот ё. Надо, чтобы был тормозок, прежде чем рулеточку-то покупать-то. И чё? Давай, до свидания. Ай, блядь. Кладезь стихов, литературы и цитат. Просто ходячая энциклопедия. Вау! Сошел.
Слушай, так хорошо стал бить, блин. Через все небо красота какая. Радуга. Дуга. И Вовка курит сигарету. Зачет. Это порадовало. Это порадовало. Сдалял сразу. Без разговоров. Влад подкатил, да? Со своим бункером. Слушай, у меня, я сейчас Владу позвоню. У меня всегда, знаешь, происходит? Как только он уезжает, Влад, понял? У меня сразу зачет, блядь. Это уже четвертый или пятый раз. Поднялся?